Дорогие читатели, я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Нам с вами очень повезло. Нам повезло, что Рождество отделено от Нового года целой неделей. Это на Новый год мы с вами шинкуем салаты, варим холодцы и бегаем по магазинам, ищем подарки для родных и близких. Рождество – это светлый, чистый и никак не запятнанный никакими торговыми пробежками праздник. Свет вечной звезды, радость Рождества всегда связан у нас со звоном колоколов, с ночной службой, с торжественным пением и с этой тихой, неземной рождественской радостью. Я желаю вам, дорогие читатели, чтобы эта радость была с вами всегда.